Сегодня на Гомельщине распачнется двухдневный визит делегации Комитета по аграрных питаниях Мажалиса парламента Республики Казахстан. У программе наведывание промысловых и агропромысловых предприемств нашего региона. У приватности Рахачевского молочно-консервового комбината и открытого акционерного товариства «Халь» Шведковского района. Завтра визит делегации протягнется у Гомели. Запланировано наведывание таких предприемств, как «Гомсельмаш», кирующая компания холдингу «Гомельская мясомолочная компания» и «Гомель Агрокомплект». Подробности глядите у наших наступных выпусках. У Гомельским технопарку з'явятся вытворчие площади. Плануется задейничать свободные площади с завода «Карал». У вынику плен инновационных распрацовок резидента у технопарку можно будет укоренять на практике. Так, специалистам, которые работают у сферы высоких технологий, будет простее конкурировать на белорусских и замежных рынках IT-послуг. Зараз у Гомельским технопарку працуют каля 20 компаний. У их складе каля 300 специалистов. Темп росту экспорту летось у сравнении с попередним годом досягнул амаль 240%. Свои послуги резиденты экспортуют у 1,5 десятка украин свету. Каля 60% выручки поступает менавіта из внешнеэкономичной деятельности. У Гомеля распачалося будаўніцтва нового микрорайона. Первые шматповерховые жилые дамы по улице Феодюнинского могут быть сдадены у эксплуатацию уже на приканцы года. Усяго запланировано побудовать 2400 квартир. Новоселами станут амаль 6 тысяч человек. Як поведомил начальник управления архитектуры и городобудавництва Гомельского гарвыканкама Юрий Литвинов, будавництва, як и на інших городских объектах, ведется с выкористанием сучасных технологий для зменшения выдатков энергоресурсов. Особливая увага створению велодорожек, детячих пляцовок и достаточно достатковой колькости парковочных местцев. Размова по час брифингу закранула и реализацию инвестиционных проектов. Зараз у межах Гомеля своих уладальников чакают 34 объекты. Отримать полную информацию про их можно на сайте Гомельского гарвыканкама. Сегодня у Гомеля распачнется 18-й республиканский огляд-конкурс профессийного майстерства супрацовников дорожно-патрульной службы. Он будет проходить на протягу 4 дней. Удел у им примут инспекторы ДПС из усіх областей нашей краины. Так само запрошена команда из Российской Федерации. Конкурсантам треба будет переодолеть такие выпробования, как огневая подрыхтовка, хуткостное маневрирование на легковым автомобиле, ведание правил дорожного руху, специальная и медицинская подрыхтовка. Переможцы конкурсу будут вы назначены 10 червеня. У Жлобинском районе распачалася военно-патриотичная гульня «Зарница». Сёлета за перемогу змагаются 25 команд из усіх районов Гомельщины. На протягу наступных 8 дзён их чакають разностайные спортивные и творчие спаборництвы. У гэтым годзе у «Зарницы» двойны юбилей. Ровно 50 годов тому яна упершыню прайшла в Советском Союзе. И ровно 5 годов тому была зноў адноўлена на Гомельщине. Сегодня у Гомеля отбудется узнагороджение переможцев областного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси». Призы от организаторов отримают 13 юных финалистов, чьи работы были признаны лепшими у номинациях «Журналистика 21-го стагоддзя», «Беларусь в очима дзяцей», «Семейный альбом» и «Твой погляд». Это доследчие эссе с особистыми уражениями и думками. Удельники досылали на конкурс материалы об культурно-историчной и духовной спадчине Беларуси, фотоздымки и видеоролики об проблемах сучасной молоди. У Веции открылась первая стационарная видеозала с магчимостями показу фильмов у формате 3D. Ранее киностужки демонстрировались на перасовном обсталяванні у клубах и дитячих садках. Новая шкинозала умещает 40 человек. Тут есть утульные креслы, сучасное видео и гуковое обсталяванне. На створение полновартосного мини-кинотеатра было выделено 45 тысяч рублей. У дальнейших планах створить на базе кинотеатра социально-культурный комплекс. Так, у ближайший год у соседней зале з'явятся бильярдный стол, кафетерий и выставочная пляцовка, где будут демонстрировать мастацкие работы у темлику мясовых авторов. На сцене Гомельского областного драматичного театра представили спектакль по пьесе Миколая Каляды «Бабы Шанель». Актеры осуждены по правчей колонии номер 4. Режиссер-постановщик, ведущий актер Аблдрамтеатра Алексей Бычков. Это уже 9-я постановка, якая ладится в рамках проекта «Театр у турме», починаючи с 2004 года. На гэты раз перед глядачами разгорнулся драматичный фарс у одном деянні. Музычная постановка «Бабы Шанель» расповедая про жаночую одиноту и каштовность человечего життя. Усе роли у спектакля выконываются 11 жанчын з ліку осуджених. Режиссер отзначая, на сцене самодейные актрисы играют амаль профессийно.